человека как минимум 230 суставов, благодаря которым он прыгает, бегает, ну то есть двигается. И если сустав здоров, он прекрасно амортизирует любые движения. А вот если он начинает разрушаться и болеть, здесь уже приходится рано или поздно принимать решение оставить или заменить. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь с дежурным врачом нашей скорой телевизионной помощи. Это Дмитрий Кудашев, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением номер 2 клиник СамГМУ, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Самарской области. Кандидат медицинских наук. Спасибо и всем добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас опять специалист высокого уровня. Вы можете задавать ему свои вопросы по телефону 202-11-22. 30 минут мы в эфире. Не отходите далеко от телефона. И тема сегодня будет болезнь суставов. Я вчера читала исследование немецкого травматолога-ортопеда, и вот он называет остеоартроз пандемией. Ну, слово такое смелое, громкое, и цифры приводятся, что на сегодняшний день более 6 миллионов людей, это только до 35 лет, страдают от этого заболевания. Почему? На самом деле факторов несколько, и здесь можно выделить доминирующие, первичные, основные, можно выделить вторичные. Конечно, прежде всего, наш ритм жизни поменялся. Ведь современный человек, он двигается меньше, он работает из дома. Так мы сидим, ничего не травмируем. Да, но ведь наш хрящ, он генетически создан для движения. Наши суставы — это органы опоры и передвижения. Поэтому, если нет движения, то наш сустав, как неполитый цветок, он начинает постепенно засыхать. И это происходит с нашим хрящом. Поэтому гиподинамия, то есть отсутствие движения, это, с моей точки зрения, ведущий фактор и того, что артроз помолодел, и, в принципе, развитие этого заболевания. Конечно, вот в 21 веке он выходит на первое место, доминирует. С другой стороны, мы наблюдаем картину, когда есть категория людей, которые занимаются физическими активностями, но делают это либо неподготовленными, либо очень экстремально, либо спорадически, то есть не систематически, а, допустим, только в зимнее время года или только в летнее. И в этом случае уже мы видим другой фактор, травматический, потому что артроз у нас бывает первичный, который развивается без каких-либо предшествующих травм либо заболеваний. А есть так называемая группа вторичных остеоартрозов. Это артрозы, которые развиваются уже вне зависимости от возраста, потому что первичный артроз — это все-таки пациенты пожилого старческого возраста. А вот вторичный артроз, он уже может поражать и пациентов молодого возраста. После травм, после заболеваний, после инфекций, в результате каких-то врожденных изменений в суставе. Поэтому с точки зрения вот тех данных, о которых вы сказали, конечно, мы можем говорить о том, что действительно остеоартроз или остеоартрит, как его называют за рубежом, это, по сути дела, пандемия в нашей ортопедической такой специальности хирургии. Обычно врачи-травматологи-ортопеды сразу говорят, это расплата за наше прямохождение, то, что человек встал на две конечности. Если рассматривать артроз, например, суставов нижних конечностей, то, безусловно, фактор прямохождения имеет значение. Но, опять же, мы в таком вертикальном положении на двух конечностях ходим уже давно. Очень-очень давно. Поэтому наш организм и наша опорно-двигательная система, она все равно уже максимально адаптировалась к этому. Конечно, есть какие-то последствия не остались, когда нагрузка распределяется на
суставы. Если раньше представить, например, что мы ходили когда-то на четырех конечностях, а сейчас вдруг стали ходить на двух, то, разумеется, та же самая масса, она теперь распределяется на две конечности. Но я считаю, что фактор прямохождения, на самом деле, он с точки зрения объяснения патогенеза наших заболеваний, он несколько преувеличен. Все-таки это произошло не вчера и не позавчера, и здесь вот именно наши особенности социума влияют на развитие остеоартроза. Вот сейчас смешной очень вопрос вам задам, просто потом забуду, уйдем от этой темы. Я слышала несколько раз, что доктора рекомендуют людям, у которых проблемы со спиной, все-таки походить на четвереньках дома, видимо, каким-то образом разгрузить позвоночник. Насколько это вообще имеет смысл? Вы знаете, каких только рекомендаций мы не слышим, о которых рассказывают наши пациенты. На самом деле, действительно, в горизонтальном положении позвоночник разгружается. Это элементарная физика, это биофизика, биомеханика. Но ведь это хождение на четвереньках, это опять же, если мы встаем на четвереньки, нужно понимать два момента. Первое, мы проходим, 10-15 минут, 20 минут. Даже меньше, Да. Это с одной стороны. А с другой стороны, встав на четвереньки, мы встаем на что? Мы встаем на коленные суставы. И мы одно лечим, а другое калечим, потому что на коленный сустав вставать категорически не рекомендуется. Это сустав, который очень поверхностно расположен. Это самый крупный сустав нашего организма. И мы всегда пациентам рекомендуем на коленный сустав не опираться. Моете вы полы, убираетесь, что-то вам нужно поднять с пола, пожалуйста, займите какое-то положение, но не опирайтесь на сустав, потому что, опираясь на сустав коленный, вы опираетесь практически на хрящ. Это не очень здорово. Поэтому все эти рекомендации по поводу ходьбы на четвереньках, либо, например, у нас такая рекомендация очень трендовая, это висеть на турнике, расслабляя позвоночник. Да. Но вы же понимаете, что когда мы висим на турнике, мы напрягаем наши руки, мышцы верхних конечностей, и неизбежно затрагиваем и пояс верхних конечностей, а там же и мышцы спины. Поэтому расслабить позвоночник или мышцы спины висом на турнике практически невозможно, если только не привязать свои кисти к турнику, чтобы просто висеть. Поэтому эти рекомендации, наверное, больше бытовые. Они к истинному положению вещей и облегчению, имеют очень небольшое такое влияние и значение. Доктор, вы нас сегодня огорчаете, разбили в пух и прах все прекрасные методики. Правильно ли я понимаю, что вот эти случаи остеоартроза, больные поступают к вам, наверное, чаще всего в уже такой серьезной стадии? И происходит это потому, что раньше он не обнаружился. Очень интересный и хороший вопрос, на который я отвечу так. Есть очень большой момент негативный, называется, который в принципе у нас как-то мы о нем не говорим, но он есть. Это культура здоровья. Наши пациенты, российские пациенты, они... Да и мы с вами, наверное, такие же на самом деле. Они ведь терпят до последнего. То есть появляется какая-то боль, появляется нарушение движений, какие-то проявления нездоровья со стороны суставов, но наш пациент, далеко не каждый пойдет к врачу. Он либо что-то начнет спрашивать у знакомых, были ли у них такие ситуации, чем они лечились. И большой удачей оказывается, когда среди окружения есть такой пациент, который знает, как помогать в этих случаях. Далее наш человек очень терпелив. У него всегда есть какие-то причины не пойти к врачу. Работа, семья, занятость и миллион причин. Дмитрий Сергеевич, я вас перебью по той простой причине, что у нас ждет звонок. Угу. Давайте сейчас ответим зрителям, конечно, а потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот у меня, знаете, какой вопрос? У меня сын инвалид детства, с ДЦП диагнозом, и сломал шейку бедра. И вот врач нам, у нас Купьянчик, на управленческом врач, он говорил, что у него и так уже вроде бы есть паралич, что он не выдержит процедирования, что очень долго там эта операция идет. Как вот нам быть? А он уже страдает. Одна нога короче другой, ходит на цыпочки этой ногой, опирается еле-еле. Как ему дальше жить-то? Парень еще 35 лет ему.
Примерно ситуацию я понял. В принципе, наверное, не совсем справедливо было говорить со стороны врача о том, что операция противопоказана, потому что об этом можно говорить только после обследования пациента. У нас есть рутинное предоперационное обследование, которое проходит каждый пациент. И в этой ситуации я все-таки склонен к тому, что нужно пациента посмотреть. Вы можете записаться либо ко мне на прием, это абсолютно можно сделать, это реализуемо, либо мы принимаем каждую пятницу в клиниках нашего медицинского университета в лечебно-диагностическом корпусе, первый этаж, 23 кабинет. Примерно с 15 до 17 часов вы можете подъехать вместе с пациентом, со снимками, и мы эту ситуацию разберем. Записываться на этот прием не надо, это такой уже давно, несколько лет, наш жест доброй воли, мы смотрим всех пациентов нашего региона. Пожалуйста. Благодарим вас за звонок, здоровья сыну. Дмитрий Сергеевич, а мы с вами прервались на том, что вот на что все-таки надо обратить внимание, на какие боли, на какие ощущения, чтобы вовремя пойти к доктору? Я думаю, что я не открою какого-то чего-то нового и не изобрету велосипед, но если вы вдруг стали ощущать боль, это первый симптом. Боль где? Боль в суставе, в области сустава, боль вокруг сустава. Любая патология, ведь она как-то организм о ней просигнализирует. Очень часто мы наблюдаем, что пациенты приходят к нам и говорят: вот, доктор, у меня стал сустав хрустеть, например. И вот, например, хруст, он не является каким-то, да, симптомом неблагополучия. Ну, далеко не всегда. Но при этом почему-то, когда появляется боль, пациент не приходит на прием. Он считает, что боль можно выпить обезболивающее и дальше жить спокойной жизнью. Вот эти парадоксы, они вызывают удивление. Поэтому если заболело, если вы чувствуете, это может быть мышечная боль, или вдруг развилось ограничение движений в суставе, конечно, прийти к доктору и сразу на месте разобраться, что это. И наши заболевания, как и большинство заболеваний, они ведь в этом плане не уникальны. Чем раньше мы начинаем лечение, тем оно оказывается эффективнее. Об этом нужно просто помнить. Сегодня во всем мире живут также миллионы людей с искусственными суставами. И вот опять-таки читала такую статистику, что многие пациенты признаются, что после замены сустава началась новая жизнь, я здоров и все отлично. Вот хотела бы с вами сегодня на самом деле поговорить на эту тему, так ли все это на самом деле и придерживаетесь ли вы позиции общепринятой хирургической резать, не дожидаясь перитонита. То есть вот есть ли вообще, существует ли дискуссия менять, не менять сустав? Удалять, не удалять зуб? Дискуссии, конечно, ведутся, и здесь очень важно всегда подходить индивидуально к той или иной клинической ситуации. Во-первых, нужно понимать, что если мы говорим про эндопротезирование, в мире наиболее часто об эндопротезировании говорят в отношении коленного и тазобедренного суставов. Вот тазобедренный сустав – и мировой опыт, и наш опыт, и цифры, которые мы видим по статистикам, по регистрам, показывают, что эндопротезирование тазобедренного сустава – это, ну, назовем так, более благодарная операция, после которой пациенты действительно, многие забывают про боль, про хромоту и возвращаются к обычной жизни. И мы их даже иногда не видим на контрольных осмотрах, которые рекомендуем делать. Что плохо. Безусловно. Возвращаясь к культуре здоровья и самодисциплине наших пациентов. Вот с коленным суставом ситуация гораздо сложнее, потому что сустав имеет гораздо более сложную анатомию, которую восстановить технически сложнее. И в отношении коленного сустава даже есть у нас вот на экспертных советах, на каких-то конференциях мы затрагиваем тему ожиданий пациентов от этой операции и то, что они получают. И статистика говорит, что довольны результатами эндопротезирования коленного сустава, например, около 60-65% пациентов. Остальные пациенты все равно испытывают какие-то почти боли. Почти половина. Да, да. Это говорит о том, что к этой операции, к ее выполнению всегда нужно подходить очень взвешенно. И моя позиция для каждой стадии артроза должно быть свое лечение. В принципе, как и для любого хронического заболевания. Поэтому наш остеоартроз, наш имеется в виду, который поражает нас, людей, он также протекает стадийно. Первая, вторая, третья, четвертая стадия, в зависимости от классификации, которую мы используем. Поэтому, конечно же, если пациент приходит, и мы ему верифицируем, то есть подтверждаем остеоартроз, говорить сразу о том, что здесь надо все поменять,
и все будет хорошо, но это неправомочно неправильная позиция. Несмотря на то, что эндопротезирование – это, безусловно, одно из величайших достижений современной медицины. Да, есть очень хорошая фраза о том, что это одна из самых в настоящее время эффективных операций в принципе в нашей хирургической специальности. Но понимаете, в чем дело? Ведь эндопротезирование – это не только про пациентов и про здоровье. Это маркетинг, это в определенной степени медицинский бизнес, это производитель, это корпорация, это очень сложный вопрос. И всегда очень важно понимать, когда мы выбираем тот или иной метод, способ лечения, тот или иной имплант, что это, что это идет во благо здоровья пациента, или все-таки это, например, желание, мы реализуем как врачи, желание производителя как можно больше установить эндопротезов той или иного, того или иного производителя. Поэтому, безусловно, операция высокоэффективная. При терминальных стадиях артроза это спасение для пациента. Но, опять же, если мы вот чуть-чуть в эту тему уйдем, нужно понимать, ведь артроз поражает не только сустав, как кость и хрящ. Он поражает окружающие связки, мышцы, сухожилия. Да, что вот на самом деле означает замена протеза? Ведь когда мы производим эндопротезирование, мы, по сути, механически срезаем кость с расположенным на нем хрящом измененным. Но мы не меняем пациенту все, что окружает сустав и составляет его в качестве ткани. То есть остаются мышцы, связки, сухожилия, все остается пациента. Конечно, оно тоже все меняется в процессе развития артроза. Оно все становится гипотрофичным, измененным, неэластичным, болящим и так далее, и так далее. И вот после операции качество жизни пациента, оно ведь зависит не только и даже, может быть, не столько от того, насколько дорогой установлен эндопротез или в какой клинике он установлен, а от того, как пациент потом, как эти ткани у пациента начинают восстанавливаться. Потому что пациенты возрастные, у них ко всему этому есть, как правило, сопутствующие патологии, остеохондроз, варикозная болезнь нижних конечностей, плоскостопие. И это все удлиняет и осложняет реабилитацию. Угу. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Дело в том, что у меня неоднократное МРТ и рентген показывают расхождение тазовых костей и симфизии. Травматологи ничего сделать не могут. Подскажите, к кому мне обратиться и вообще что делать? Я думаю, что слишком мало информации для того, чтобы давать комментарии по состоянию и по самому случаю. Надо записаться к ортопеду клиник лучшего университета страны и, возможно, мира, Самарского государственного медицинского университета, и мы вам поможем. Это очень сложная проблема, которую вы рассказали, и она требует участия иногда нескольких специалистов. Но я думаю, что если вы к нам обратитесь, мы вам сможем помочь. А к кому обратиться? Вы можете записаться ко мне, либо к любому травматологу-ортопеду клиник Самарского медицинского университета. У нас целая команда врачей, все квалифицированные, все профессиональные, и если что-то врач не поймет, особенность работы нашего коллектива такова, что мы консилиумно в любом случае решение какое-то примем и найдем вариант выхода. Спасибо вам за вопрос. А спасибо. Я нашим зрителям напоминаю, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Кудашев, врач-травматолог-ортопед и главный травматолог-ортопед Минздрава Самарской области. И вот по поводу того, что работает в отделении очень профессиональная команда, давайте мы перейдем от слов к зрению. И сейчас вместе с нашими зрителями посмотрим сюжет, который мы сняли в клиниках. Первый раз лечить тазобедренный сустав Анастасии Киселевой пришлось в 27 лет. Заболевание привело к его разрушению. Консервативное лечение не помогло. Анастасия испытывала невыносимые боли, стала хромать. Было принято решение заменить сустав на протез. С тех пор прошло 12 лет. Протез пришел в негодность, поэтому Анастасии поставили новый искусственный сустав. Через сутки уже ты себя хорошо чувствуешь? Кушаешь, встаешь на костыли, даже уже пытаешься через сутки. Врачи все контролируют, приходят, спрашивают, интересуются здоровьем, состоянием. Все под контролем, все хорошо.
Эндопротезирование – это операция, при которой поврежденные суставы заменяют на протезы. Сейчас наладили их массовое производство, но бывают случаи, когда нужно разработать эндопротез индивидуально под пациента. Это случается при больших костных дефектах. Моделируем дефект у данного пациента, какой он у него есть, костной структуры, где у нас нужно заменить этот дефект, то есть эндопротезом. Нам отправляют проектировщики, мы согласуем вместе с ними и после этого запускаем процесс изготовления эндопротеза. Современные эндопротезы в среднем служат от 10 до 30 лет. Однако все зависит от образа жизни, веса и плотности костей пациента. Поэтому тем, кто прошел операцию, необходимо строго следить за здоровьем и выполнять рекомендации. Обследование желательно проходить раз в год, чтобы вовремя заменить протез на новый. Мы снова в студии программы «Звоните доктору». Дмитрий Сергеевич, я вот сразу про эту пациентку хочу спросить. То есть девушка пришла оперироваться второй раз. Скажите, всегда ли это неизбежно? Существует такое выражение о том, что за каждым первичным эндопротезированием всегда идет ревизия. Но, к сожалению, вот это омоложение остеоартроза приводит к омоложению наших пациентов, и очень часто мы сейчас видим, как первичное эндопротезирование выполняется пациентам в 25, в 30 лет, в 35 лет. Особенно остро эта проблема встала, наверное, последние два года, так называемый постковидный синдром или лонг-ковид, когда у пациентов развивается асептический некроз головки бедра, и у нас сейчас очень большой пул пациентов, которым мы выполняем эндопротезирование до 35 лет. Вот когда мы говорим или видели вот этот случай с пациенткой, здесь, конечно, были показания к первичному эндопротезированию. Но особенность какая? Молодые пациенты, они более активные. То есть когда мы говорим о том, что эндопротезирование и эндопротез срок жизни вот 20 лет, 25 лет, мы все-таки говорим о возрастной категории пациентов, у которых все равно снижена физическая активность. Не будет ходить в спортзал. Да, у них все равно и функциональные запросы к суставу чуть-чуть поменьше. Когда это молодой пациент, он и изнашивает свой сустав, ну, такое возьмем образное выражение, но понятное для наших зрителей, быстрее. Поэтому, к сожалению, вот этой пациентке ей 38 лет, и уже вторая операция. Конечно, это не здорово, потому что вторая операция, ткани измененные, нам нужно было эндопротез прежний убрать, поставить новый, это очень тяжело, потому что нужно старый убрать. Это неизбежно травматизация кости, мягких тканей. Но, к счастью, все прошло хорошо, но ведь мы понимаем, что этой пациентке когда-то будет и 48, и 58 лет. И здесь, конечно, вот в отношении эндопротезирования как раз один из контраргументов или одна из причин, почему мы говорим, что нужно очень взвешенно относиться к первичному эндопротезированию, потому что дальше идут вот такие случаи. И это, к сожалению, проблема всего мира. Ревизионное эндопротезирование. Это очень сложно, и эти эндопротезы, они гораздо более массивнее. Это уже не стандартные компоненты. И установить их бывает технически сложнее. Операция продолжительнее, риски выше, прогноз функциональный чуть хуже. Но, тем не менее, это расплата за ту самую высокоэффективную операцию первичного эндопротезирования. Сколько вот из вашей практики длительнее всего стоял протез и его, ну, сколько человек все-таки может? Вот здесь звучали и 10, 20, и 30 лет. Ну, все-таки 30 лет — это, наверное, случаи, описанные в литературе, они есть, но это достаточно редко. Если мы говорим про стандартный срок службы эндопротеза, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что это около 15-17 лет. Вот, учитывая и наши наблюдения, и мы занимаемся эндопротезированием порядка 20 лет, отслеживаем пациентов, и просто очень сложно иногда бывает отследить срок жизни эндопротеза, есть такое понятие, потому что, ну, опять же, самодисциплины нет, пациенты на контрольные осмотры не приезжают, они считают, что это не важно, это не нужно, и вот в чем, собственно, и проблема собрать статистику в нашей стране? В том, что если наши, скажем так, пациенты за рубежом, они очень
у них комплаенс очень высокий, они соблюдают все рекомендации, они приходят на эти контрольные осмотры, независимо от того, болит сустав или нет. Наш пациент — это, ну, хорошо, если он приедет через 3 месяца после операции на первый контрольный осмотр. А дальше он выпадает из поля зрения, и мы не знаем, все ли его хорошо или все ли у него плохо. К сожалению, но есть эта проблема. Но то, что мы видим, это порядка 17 лет. Мы уже говорили в этой студии, и вот доктор сейчас сказал, что вы используете индивидуальные протезы, и вот такого плана операции вообще мало где в России производят, насколько мне известно, чуть ли не в единственной Самаре, ну, может быть, где-то еще. Насколько это вообще качественно изменило вашу работу, возможность вот именно делать протез под пациента? Это очень большой шаг вперед, с моей точки зрения, который мы сделали в 2021 году, когда запустили всю эту историю с индивидуальным эндопротезированием. Я немного поясню, о чем идет речь. Это пациенты, как правило, это пациенты с уже установленным эндопротезом, которым по каким-то причинам приходится выполнять ревизионное эндопротезирование, то есть повторную операцию. И у этих пациентов очень часто развиваются большие костные дефекты. В этом случае фабрично изготовленные компоненты, которые мы закупаем и которые производятся и за рубежом, производителями зарубежными, и нашими производителями, сейчас эндопротезы есть отечественного производства, они не позволяют эту ситуацию решить. Очень сложный дефект, очень большой дефицит костной ткани, очень сложная геометрия этого дефекта. И все это привело к тому, что мы вот так вот несколько лет назад совместно с нашими коллегами из НИИ Бионики и персонифицированной медицины при нашем университете мы взяли такую пациентку, которую, наверное, до этого бы отправили куда-то в федеральный центр, допустим, Москва, Санкт-Петербург, но, опять же, с негарантированным, да, оказанием там ей помощи. И мы решили, что мы, наверное, попробуем помочь пациентке здесь. И проведя успешную операцию, сейчас пациентка наблюдает с нами, она счастлива и довольная, и у нас уже опыт есть более 10 таких операций, если говорим про тазобедренный сустав. Конечно, мы понимаем, что это сильно помогает нам обеспечить тот самый персонифицированный подход. Когда мы видим дефект, и мы готовим компонент эндопротеза, который очень конгруентно, то есть как пазл, он заходит вот в тот дефект, который есть у пациента. Конечно, это очень сильно, с одной стороны, облегчает, потому что мы понимаем, идя на операцию, что у нас есть эндопротез, который сделан конкретно под тот дефект, который мы увидим, потому что мы все это проектировали на бумаге, в компьютере, в программе. С другой стороны, мы понимаем, что мы не будем у этого пациента удалять лишнюю кость на операции. Нам не придется что-то подрезать, подсекать, удалять кость для того, чтобы поставить что-то фабрично изготовленное. И третий момент, мы понимаем, что эта операция, несмотря на свою травматичность, она проходит все-таки более, ну, может быть, не совсем корректный термин, она более проходит более комфортно для врача и для пациента. Нет больших разрезов, нет каких-то затяжных моментов, когда мы думаем, как вот мы открыли и смотрим. Потому что происходит иногда и так, что мы интраоперационно начинаем думать и понимать, что план А-то наш, который мы приготовили, он не работает, надо план Б, план В. Здесь мы четко зашли, рассекли, поставили все, и пациент, они восстанавливаются. Эти пациенты примерно так же, как после первичного эндопротезирования. Дмитрий Сергеевич, вот осталась 1 минута до окончания программы. Я знаю точно, что у вас есть пациенты, которые говорят: «Доктор, нет, меняйте мне протез, не будем ничего лечить». Мы сегодня отговариваем или агитируем людей к эндопротезированию? Мы говорим о том, что любой пациент должен стать активным участником лечебного процесса. Он должен найти своего доктора, с которым вместе обсудить необходимость эндопротезирования. Это не принимается решение врачом или пациентом, или уж тем более родственниками, а это принимается в кооперации связка врач-пациент. Для каждой ситуации своя операция. Я благодарю вас за этот эфир. Спасибо зрителям, что были с нами. Ну, в общем, вот вывод такой, что все-таки взвешенность и еще раз взвешенное решение. Да. Увидимся ровно через неделю. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо, до свидания.